привет, друзья! У нас снова морозы. Сегодня 23, позавчера было 27. Ну ничего, дома тепло. На улице, в принципе, каждый день солнышко, поэтому настроение хорошее. Что у меня сегодня в планах? В планах у меня сегодня обязательно сходить прогуляться. Это обязательно. Я очень большое значение отдаю сейчас этому. И сходить проведать приятельницу. Но заходить я к ним не буду, они с мужем болеют. Вот. Оставить им посылочку на крыльце к чаю. Как-то вот так. Ну, и какие-то, может быть, мелкие дела буду делать домашние, если у меня останется на это сила. Сейчас самое главное – гулять. Это обязательное мое условие на каждый день. Хорошего вам дня! Ну что, друзья, я начинаю печь пряники. У меня сегодня вот такая циферка. Восьмерка. Посмотрим, что получится. Тесто я раскатала. Ставлю в духовку. Вот такие пряники у меня получились. Я их немного придавила доской, чтобы они были более плоскими. Вот такая у нас красота на улице. 6 градусов. Представляете? Ну, смотрите, какая красота. О, зайцы были. Вот они. Вот. Вообще, красота. Вон, видите? О. Кругами наяриваю. Кругами. Вон, сколько следов. Кругом и всюду. Ой, а там вообще все истоптано. Ворона летит. Ага. Ой, ну замечательная погода. Погода замечательная. Правда, утром было 23 градуса. Но ничего. Мороз и солнце, как говорится. Вот он наш Чубайся. Ну как же, услышал, что я пошла на улицу. И как? А как без него? Да, Чубайс? Ну скажи свои 5 копеек. Как ты, лапкой? Нет? Ну, куда? Давай, давай. Ну, тогда уж иди под ногами, не мельтеши. Пошел по своим делам. Угу. Вот так. Далеко ушел. Ну и что ты всю солому вытащил? Ну? Не, я там скажу, всю не вытащишь. Ай! Че ты? Ну и че ты? Такое у тебя игривое настроение. Да? Помогай я тебе гонять твоих обидчиков. Ой, красавец. Ой, красавец. Друзья, видите, что я сегодня натворила? Вот так вот я сегодня испекла кексы. Видите, как их подрала? А знаете, в чем причина? Я кексы раскладывала вот здесь на газовой плите в формочке. Ну и прислонилась, видно, животом. А тут у меня слабый такой вот, где температура прибавляется-убавляется. Слабый такой рогалик. Ну и, видно, повернула его. И, в общем, вот там результат. Сама не поняла, что случилось. А потом, как увидела температуру, так ахнула. Там на всю прям включено было. Что я сейчас делаю? Даю второй шанс. Сейчас я их порежу и положу на противень и в духовочке подсушу. И будут у меня сухарики. И, конечно, и так можно съесть. Я ничего не говорю. Ну, решила сделать сухарики. Духовка у меня уже разогревается. В общем, как-то так. Приступаю к реанимации. Видите, у них и дно тоже пришпарилось. Дно я, конечно же, обрежу, но остальное порежу. Мелко резать я не буду. Вот. И все. И вот у меня вкуснейшие сухарики. Вот когда бы не было печали испечь сухарики. Мелко резать я не буду, потому что они крошатся. А вот такими. И подсушу.
Я кексы порезала, духовочка у меня разогрелась, ставлю их в духовочку. Вот мои сухарики готовы, красивые и очень ароматные. Вторая партия моих кексов, все в порядке, с температурой разобралась, и кексы получились как картинки. Ну вот так, друзья, прошел мой день. Дела, которые я запланировала сегодня, я сделала. Я сходила, погуляла, дошла до приятельницы. Испекла медовые пряники, о которых я вам вчера говорила. Испекла кексы. Немножко, правда, подпортила, но бывает такое. Сделала из них сухарики. Вот, помыла полы на кухне. Ну, вот, в принципе, все мои дела на сегодня. Я с вами хочу попрощаться. Всего вам доброго, друзья. До новых встреч!